Однако морозы помогли раньше обычного открыть ледовую переправу через Иртыш в районе Тобольска. Пока действуют две полосы грузоподъемностью 5 и 10 тонн. Ведутся работы по усилению третьего коммерческого проезда. Методом послойного намораживания специалисты должны нарастить толщину льда до 120 сантиметров. На обычных участках реки она пока 70. На содержание и устройство переправы из бюджета выделено более 3 миллионов рублей. Средства эти частично компенсируют организации Левобережья, которые пользуются большегрузным транспортом. Вопросы безопасности на переправе рассмотрели на коллегии администрации Тобольска. Заканчиваются работы по подготовке грузовой переправы, которая будет выдерживать 60 тонн. И где-то в начале января эти работы закончатся, и мы уже пустим грузовую переправу.